Сегодня день образования Царскосельского лицея, в котором учился Пушкин и много кто еще. Ну, мы-то лицеев не кончали, да и вы, полагаю, тоже. А потому дружно двинемся смотреть лучшие ютубовские ролики октября, размещенные пользователями Алтая. Ведь это иные новости. В номинации ДТП, конечно, лидирует происшествие с БТР на трассе Барнаул-Бийск. Водитель боевой машины идет на обгон, и у встречного грузовичка шансов нет. Соперник случая с БТР по просмотрам видео безбашенного лихача, дрифтующего по центральным улицам и площадям осеннего Барнаула. Интересно, а гаишники это видели и как оно им понравилось? В заключении целая видеоистория про то, как юные велосипедисты, увидев спящего в холодную погоду на скамейке человека, вызвали полицию. Долго ждали, но дождались. Спящего разбудили и посадили в воронок. Кое-кто в комментах пишет и осуждает, мол, зачем полиция? Они отвечают, а если б человек замерз? Такая вот дискуссия. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!